Чтобы добиться больших успехов, в любом деле нужны время и старания. Степану Денисову хватило всего года. Первые серьезные соревнования и сразу призеры. Парню удалось завоевать второе почетное место. Я считаю, что он провел три боя, двух победил. Это уровень. Для, тем более, это самые, так я считаю, в Кузбассе крупные соревнования, которые дают выход на Сибирский федеральный округ, путевку зарабатывают. Поэтому я считаю, он молодец. Полюбившийся вид спорта бокс для Степана открыл мир возможностей. Парень стал не только силен духом, но и в плане учебы пошел в гору. Дает мотивацию и как бы делает твой характер. Как бы ты становишься более взрослым, более уверенным в жизни. Выступления на этих соревнованиях исполнили мечту еще одного спортсмена Дворца творчества Степана Черданцева. Три боя равны трем победам. Честно сказать, я не понимал, потому что я 5 лет ждал этого, я все-таки выиграл, дождался этих 5 лет и занял первое место, я был рад. Мы по технике тактической подготовке были сильнее, красивее. Ну и победили все 3 раунда, мы забрали в финале. Учитывая, что мы 5 лет готовились, он 5 лет у меня занимался, мы 5 лет ждали этого Кузбасса, 5 лет. И считаю, что результаты просто отличные. Сейчас Степан готовится к первенству Сибирского федерального округа, которое состоится уже через 2 недели в Барнауле. Если все удастся, как запланировано, очередная победа откроет путь на первенство России. Анна Шуркова, Василий Обухов, Ленинск ТВ.